Одна из проблем, которая сегодня стоит перед городом – отсутствие детского сада в микрорайонах 21 и 22. Там живут в основном молодые семьи с маленькими детьми, однако водить их некуда. Жители вынуждены возить детей в сады в другие районы города. Если где-то чего-то не хватает, люди едут к вам, в ваши дворы, на ваши округа, в детские сады. То есть это трафик на дорогах, это перегруженные дворы утром и вечером. То есть жители, по крайней мере, я знаю, во многих местах выражает недовольство, что с других районов к ним в том числе едут сады. Жители просят сад в микрорайонах 21 и 22 уже давно. Неоднократно с этой проблемой они обращались к городским властям. Сейчас главе города направлено письмо от инициативной группы о необходимости строительства сада. Подписи под документом поставили более 500 человек. В органах местного самоуправления этот вопрос находится на особом контроле. Город хочет принять участие в региональной программе и получить на эти цели средства из областного бюджета. Программа в данный момент только разрабатывается. Мы не знаем требований к этой программе, мы не знаем, какие технические, как говорится, характеристики сегодня возьмут именно для включения и для финансирования в данную программу. Как только мы будем знать, какие требования у данной программы, город Саров готов купить проекты и сделать привязку к местности. Сейчас администрация ищет проект повторного применения, который можно использовать на два участка. Однако пока нет ясности насчет критериев строительства садов из областного правительства, покупать проект еще рано. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.